Кстати, тут должен работать. Я не спланирую. Да, так, пока сейчас мы уже от стены попал 116, насколько я знаю, квартир, но сейчас вот здесь институт находится, который занимается обследованием. Параллельно с разбором идет исследование. И мы тогда будем понимать, я думаю, завтра к концу дня мы будем понимать четкое количество квартир, которые нельзя будет эксплуатировать. То есть несущие конструкции сейчас проверяют. То есть сейчас нельзя сказать, что это не меньше 16 квартир? Можно, можно говорить, не меньше точно, конечно, будет больше. Николаенко Андрей Иванович, первый заместитель главы Донецкого областного управления. Значит, еще вопрос такой. Здесь стекла практически во всем городе разбиты, да? Да. При этом часть людей уехала, и по сути их квартиры, они реально придут в негодность со временем, если будет заливать, да. Да, да, да. Есть планы, программа по восстановлению, да. Мы сейчас запросили количество стекла необходимого для города, мы приблизительно понимаем, показали. Осторожно.